Команды вышли на третью четверть. Умати, Ковалев, Александров, Поклейник, Скобарев, Федуров. У Аделанды, Горловицкий, Цыганов, Яковлев, который подобрал сейчас мяч, Гришин и Чижов. Тут Гришин тяжело и забивает. Ясенева уже готовится выйти на площадку. Ничего, еще 9,5 минут нужно подождать. Горловицкий каким-то образом прошел через всех. Каким-то образом забил, непонятно каким. Ковалев, Скобарев. Через руки 3 очка мимо, сквозняк, то есть. Тут что у нас? Цыганов на Чижова. Чижов на Яковлева. Яковлевич. 2 очка. Ни замены, ничего нету, ни остановки. Все спокойно. Через руки бьет Бакленев, забивает. Будет обыгрывать или через руки бросать. Через руки от щита. Еще и фол. Тайм-аут берет Роман Бажов. Шутят игроки. Чижов хочет, чтобы оставалось основа. В принципе, он прав. Восемь двадцать пять до конца четверти, не знаю, матч ли. 77-60 плюс 17. Наверняка сейчас будут замены у Мати. Вышла замена. По просьбе Чижова вышел Саяпин, Дубовицкий, Павленко, Слонов и Александров остался. А там его брат вдалеке стоит. Напомню, что он играет за Мати на этом турнире. Прошу прощения, за БК Московский на этом турнире, который обыграл Роснефть. Победителя двух предыдущих лет. Фол там должен быть. Должен быть фол. 22. Два штрафных будет бить Дубовицкий. Фолил на нем 22 номер. А это у нас кто? А это... Я не видел. Кто. А, это Алексей Чижов тоже еще. Прошу прощения, это Гришин был, конечно. Первый фол за последние 15 минут. Потеря. Александров сверху забивает. Да, забивает. Ну так, мягонько. Яковлев. Горловицкий чисто выбивает у него. Дубовицкий. Саяпин чуть не перехватил этот мяч. Цыганов. На нем полят, конечно, конечно. Первый штрафной точно Цыганов. Второй мимо. Павленко, Александров, Дубовицкий 3 очка. Точно. Чижов. 10 секунд владения. Цыганов. Через руки. Тут фол должен быть. Нет. Дубовицкий.
2 очка, точно. Витя Павленко. Дурачится уже Витьки, так скажем. Цыганов. Скидка хорошая на Яковлева. 2 очка. Время. Время почему-то не идет. У нас были проблемы с табло. Чижов. Скидка, тут перехват. Александров. Саяпин. Тут пижонство. 4 человека выходили на одного Цыганова. Яковлев. И тут пижонство. Чижов 2 очка. Какие-то глупости на площадке происходят. Павленко через руки 3 мимо. Цыганов подбирает. Чижов. Цыганов. Дальше на Верловицкого. Ни защиты, ни борьбы. Мимо. Павленко на подборе, Витюша. Ни защиты, ни забиты. Цыганов. Верловицкий будет сам играть. Да, фол. Дубовицкому тайм-аут берет Чижов, я так понимаю. Долго длится эта игра, хотя, в принципе, все понятно здесь уже давным-давно. Ясенева практически готов. Черный снег переоделся к следующей игре. У черного снега сейчас в зале видим Гриша Польщиков, Антон Ачимов, Феликс Серман, Даниил Оленичев, Аштария Гоша. Пятеро. Еще будет Александр Маврин. 6. Вот он выходит, кстати. Остальные на подходе у Ясенева. Суровник, Пахомов были. Алабин, естественно. Как же без него.